Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Роман. И, в общем-то, сегодня мы с вами поиграем с коробкой М4. Да, моя любимая М4. С Амочкой мы с тобой сейчас поносимся немаленечко. Вот не маленько. Ну, мы, то есть, будем драться М-кой, и я к ним привык, конечно. Мне неудобно с калаша потом на М. Потому что, как видите, она мне уже выбрана. Есть не один раунд. Итак, это мы берем блок. Сейчас я с ним разомнусь. Я выпал, убил. Ой, я как ним сейчас взял сюда. Ой. Ну, держалась один просто. Сапапика. Я, блин, трачу целую обойму на одного, хотя минимум 4 патрона минимум. Да, я чуть-чуть, ну, блин. Ладно, вот, мы будем сейчас набить. Я, блин, что набил. Поэтому нужно всегда... Ой-ой-ой, на второй сотку. Да, не очень много. Давай стелим. По-моему, ВП он нас всегда берет. А ВП. У него ВП есть, поэтому ВП. Чего нафиг? Ну, прошу. Ну, блин. Ну, дальше стрельбуться. Ну да, конечно, он пробрался. Типа базы и типа очень сложно. Так. Кто-то меня занобил немного. Да, мне не оставляет. Ой-ой-ой. Поэтому нужно никогда не переключаться. Я знала отсюда. А вы знали еще иногда перезаряжаться? Нельзя! Ой-ой! Вот, видите, как прицелился. Да, конечно, он не успел прицелиться. Но я там компьютер, поэтому как бы... Как бы это просто... Меньше света. Чего? Куда он делся? Ой-ой-ой, я думаю, блин. Ё-моё, обняла, конечно. Если бы я не сомневил, я бы сейчас... Ну, я почему-то, знаете, по привычке начинаю стрелять. Ну, если не стрелять, то я оп. Чего? Мне мужик лучше дробаш не брать. Если берете дробаш, то тогда берите его для цели защищать точку. Он вблизи с одного удара. Вдали он, ну, ничего не делает. Например, штурмовой вин. Что это было? Штурмовой вин палочки одни на слове. Они издалека стреляют. Ну, вблизи тоже. Дробовик, конечно, всегда разумеет. Ой. Ой-ой-ой-ой. Блин, я понял свою ошибку. Нужно было на песик переключить. Почему только за меня не разговариваю, как будто сам с собой. Нет, я разговариваю. Ну, блин, ну, просто... Жесть какая-то. Видите, чего? Ау. Ну, смотри, сейчас я беру АК. Меня будет сейчас подлагивать, поэтому не обижайтесь. Опа. А сейчас сокат. Я, конечно, хочу другое оружие взять, но...
Почему-то АК лучше. В нашей команде. А Миша, знаете? 24 тура. Прыгнул слабое место у Миши. Блин, у меня прям патроны закончились. Ну хотя, смотри, эти патроны, их можно, допустим, три соперника убить. Ладно, если я такой тупой, то могу 4 соперника убить. Или там сколько могу. Блин, ну хотя ничего. Шутер какой-то. Я в него уже попала, а он... Да умри, ты! Ой-ой-ой! Найс. Вы это видели, блин? Зачем мне начал палить? Наверное... Я успел, блин. А я в этом не верю. Хотя нужно поверить. Опа, найс, как что-то. Частенько... Ой. Я, конечно, попал, но я почему-то в этом, по крайней мере, дышу вот. Ой-ой-ой. Так, я забыл что-то. Что это было? Вы смотри, как мне это замыкается, а? Так, со спецназов на бесплатку. Закладки бомбы. Ну почему-то я не точно... Знаете, такая проблема? АК, она более точнее. Прошу прощения, так. АК, она точнее. То есть, что она делает? А, пули иногда, когда вы целитесь и промазываете, пули начинают дать в стороны так, чтобы вы смогли стрельнуть. Мушки, вы в курсе? Вы меня могли давно убить, блин. Страхово так. Я тут, блин, сам коношусь. Так, бро, если вас убьют... Ну, я ему там сколько-то хп. Они прям, знаете, их проблема, они сразу в голову хотят стрельнуть. Кстати, я вам еще что хотел сказать. Тот, кто только возрождается на бой на смерть, он может прикрыть того, у кого мало хп. Знаете такую фигню? Так. Да, конечно, дробаш. Ну давайте, ладно. Не будем. Ой, я думаю, это я. Ничего себе. Может быть такой мини-приманкой. Я, кстати, его убил. Ну, конечно, мы выиграли же. Да ну нафиг, я не верю, я на первом месте. Я совершил 24 кило. Кстати, что я вам хотел сказать? Печалька, но я не выколол растение против зомби. Я его не буду снимать на видео. То есть есть такая игра? Сегодня еще какой-то странный день, знаете, мне как-то... Как-то странно. Сегодня я почему-то высоко прыгал. Бревери. Ладно, давай. Ой, капец, дурачился.
целых 10 секунд. Представь, 9 секунд нужно ждать. Ладно, окей. Мы будем играть не с ботами. И... Всем пока-пока. Шучу, конечно. Что я вам хотел бы сейчас сказать? В принципе... Сейчас об... Чего? Блин, терроров, потому что... Да, берем вот это барахло. Это уже нам не бот, это будет намного сложнее. Ну, я думаю, и... Конечно, если я опять не... Ничего не использую. Ну, да. Но почему-то не тащит. Почему-то. Еще говоря, знаете... Аук прикольная тема. Потому что аук, он как бы клёвый. Я не знаю, но у него много патронов. Они... Блин, я думал, я его убью, поэтому отпустил. Чего? Снайпера, что ли, тащит? Ничка, конечно, топчик. Так, мужик, я буду тебя защищать. Хочусь-ка. Мне еще, знаете, кажется, то, что револьвер – это оружие бога. Он с ним легко раздавать хэдшоты. Ой-ой-ой. Давайте возьмем реально ревик. Ревик. Нет, номер не будем брать. Девушка есть. А, я думала, это... Ладно. Ой, как он его крутит, вертит. А, конечно, что-то было. Они нас, кажется, догоняют. У нас на... Давай. Я в снайпе буду ходить. Ну, конечно, съем тебе. Потому что вас никто не спасет. Так. Я сейчас не вижу, оттуда могут прийти, конечно. И, а если он к нам сейчас с дробовшим придет, то все, капец, короче. Ну зря. Ладно, покажу вам, что делает аук. А вот эти вот все вот остальные оружия, кроме АК-М4, АК-47 и ауга, это все плохие оружия. То есть аук у нас на третьем месте. Ну, там мужик говорит, типа, АК, хотите АК? Ну, будет вам АК. И типа затащит. Ну, я думаю, это у меня будет. Есть какие-то такое место. Знаете, мне еще чем нравится террорист. Они сливаются. Да вот, ну, ой. Мне всегда в таких моментах. Ладно, я вам покажу, что он делает. Наука. По-моему, это вот этот вот говорил. Хотите АК? Оп, он такой возвращается. Он такой, не понял, где.
Не, давайте возьмем, наверное, АВП-шку. Затащим. Должны затащить. А что вы не возьмете с нами? СПС. Я, знаете, как такая приманка для него прислужила. М-ку возьмем. Я не знаю, здесь какие-то супер. Кто играет? Ну, затащим. Так, может, хватит? Ну, да. Конечно, я под... И все мне сейчас просто ответит, наверное. Ну, если посмотрит это видео. Ты сам, потому что, ну, поэтому и говоришь. Это не от того, что... Ладно, я признаю, я нуб, ну что в этом такого? Ну, я не нуб, как бы. Я... Это потому что... Ладно. Вы помните, блин... Я помню такое видео, я его не выкладывал до сих пор. И это не выкладу. Там не вспомню. Я такой, значит, на всех просто жалуюсь. Вот, ну вот, видите, я чуть-чуть, ну, б... Сухину. Ну да, одни нубы реально. Ну что-то на меня говорите. Нуб, нуб. Смотри, его просто не видно. Просто не видно. Опа. Можно отменить перезарядку? Блин, я ему, в смысле, я не понял прикола. Что ж, друзья, если вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я желаю удачи всем.